Всем привет! Сегодня мы будем пытаться угадать украинские слова, ну то есть то, что они значат на русском языке. Катя сидит за кадром, она нам будет говорить их, и мы с Надей будем их угадывать. И кто не угадает слово, того мы будем бить током. И меня зовут Надя. Надя Прокс. Надя. У Нади есть канал, так что заходите на ее канал, там она снимает, ну не очень часто. Испанский тоже. Ну, в общем, да. Ладно, короче, поехали, давай. Ладно, начинаем. Давай. Вы готовы? Да, мы готовы. Да. Выбух. Выбух. Да. Я знаю. Ну говори. Говори. Кочка. Нет. Ямка. Нет. Опухоль какая-нибудь. А, можем несколько вариантов? Ну да. Конечно, да. Пока не угадаем. Выбух, выбух. Дом. Нет. Кровать. Нет. Шарик. Вот этот вот шарик, опухоль, очень близко, но это не то. Но по форме выбух. Как эта штука? Ну, даже... Шприщик. Нет. Ну даже последние три буквы. Выбух. Бух. Бух. Что такое бух? Выбух. Взрыв. Да, правильно. Это меня догадала. А, меня сейчас током будут бить. Так. Ну, надевать я не буду, я буду просто прикладывать. Давай я буду прикладывать. Давай. Ты что так надавила сильно? Что, прям сильно надавила? А давить не надо? Нет, смотри, просто ты мне вот так вот надавила, но видишь, еще плюс током ударил. Дуже. Сильно. Сильно. Да, точно. Ладно, не буду. Она не угадала? Ну, это очень понятно. Она сказала. Да, и сказала. А я первый сказал. Ну, нет, ну мы же водоем угадали. Ты должна почувствовать, нет? Ну, только не дави. Ну, давай облетали, Франки. Ба. Ай, блин, не сильно больно, не сильно больно. Не сильно больно, но такое ощущение. Да, ставь еле, ставь. Если ты вернешься во время, то хорошо. Так. Тебя не ударило? Не ударило, ударило. Точно? Си. Готовы? Давай. Да. Зазвучать. Звучать. Нет. Говорить. Громко. Нет. Петь. Нет. Выть. Зазвучать. Звук. Нет. Звучание. Нет. Зазвучай. Зазвичай я кожного ранку п'ю кофе. Первым делом. Вот первым делом, только немножечко по-другому, другое слово подбери. Сначала? Нет. Изначально. Впервые. Нет. Впервые. Первое, что я делаю, это. Нет. Ну ты делаешь это каждый день. Для тебя ежедневно. Это. Ежедневно. Другое слово. Для тебя это. Обычно, обыденно. Да. А зазвичай это. Обычно. Да. Нежно. Вообще слова не похожи, то есть вообще. Я тебе говорил, что это нереально. Кажется, что они похожи. Ожидал? Да. Да. А давай еще раз. Это очень легкое. Зошит. Да. Зашит. Нет. Зошит. Давай ты будешь фразы говорить, чтобы мы так. Зошит. Придумали, что это было просто. У меня в школе був зошит. Портфель. Нет. Бант. Нет. Учитель. Нет. Зошит. Зошит. У меня в школе зошит. Был зошит. Зошит. Там не сука как. Предмет. Нет. Волосы. Нет. В школе были только волосы. Только в школе. Потом выпали. Волосы у меня нету, да? Потом выпали. Форма. Нет. Пенал. Близко, но тетрадка. Нет. Тетрадка. Да. Динь-динь-динь-динь. Аура, ты скучал? Кылым. Кылым. Да. Кумыс. Тоже бы подумала о кумысе. Фильм? Нет. Килограмм? Нет. А ну, во фразе? Взимку мы любимо класти на пол килим. Ковер! Блин, я так и поняла, взимку это зимой, да? Мы любим класть на пол. Ну, я тоже угадала. Давай пожалеем, но давай. Она тоже угадала. Подожди, давай я, раз ты постоянно проигрываешь, мы не будем с тебя его снимать. Надя, не соглашайся, нет. Надя. Готова? Иногда готова.
Давай. Но сейчас слово следующее. Кроватка. Не, подождите. Да, кроватка. Колыбельная. Нет. Это никакого общего... Кровати. Креветка. Креветка? Нет. Кроватка. Не имеет никакого общего с кровати? Ничего общего. Кроватка. Подскажу. Практически у каждого мужчины это есть. Кроватка. Борода. Достоинство. Практически у каждого мужчины. Ну, есть мужчины, которые им это не нравится, и у них этого нет. Есть мужчины, наоборот, которые очень любят это, у них их много разных. Татуировки. Пирсинги. Мускулы. Нет. Мышцы. Нет. Ты говори, я в этом сразу догадаюсь, скажу и выиграю. У каждого мужчины это есть. У женщин этого нет, они это... Кадык. Кадык. Очень близко, но это не кадык. Кроватка. Это украшает мужчину. Борода. Седина. Нет. Щетина. Нет. Волосы из носа. Не на теле, это не от природы. Цепочка. Нет. Кольцо. Нет. Часы. Нет, но очень... А у женщины нет часов? Это же... женщины это не носят. Барсетка. Нет. Но вы еще сказали про кадык, и я сказала, что очень близко. Что там еще может быть? Не цепочка, не кадык. Кроватка. Вообще такое слово странное. Хорошо. Когда человек идет устраиваться на работу, он что одевает, когда мужчина... Галстук! Да. Галстук! Я первая сказала, давай! А что, женщины тоже носят галстуки? Нет, он сказал, не носит. Женщины не носят галстуки. Давай. Нет, ты держи. Надо держать. Скотина. Скотина. Это оно такое неприятное ощущение. Лишко. Листик. Нет. Лишко. Лежать. От слова лежать, правильно. Лишко. Лежит. Лишко. Лежачий. Ты в правильном направлении, но это не лежачий, не лежать. От слова лежать. Но не лежак. То, что очень близко, но... Кровать. Нет. Да. Кровать? Лишко – это кровать, да. Она так... Ой. 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 Хмурый. Кошка. Хмурый. Море. Борода. Добрый. Нет. Туман. Нет. Темный. Это есть у каждого здания. Море. Стены. Да. Стены? Да. Море. Муро. En español, на испанском муро. Муры. Es lo mismo. Ты не ожидала этого, да? Но это, я думаю, будет просто для вас. Давай. Надежда. Ну, одновременно. Я первый сказал. Одновременно, и я был на 5 часов раньше. Кать. Подожди, Кать. Начерто. Начало. Нет. Начесы. Нет. Начерто. Я начерто дезлетаю. Мечтаю. Я начинаю мечтать. Мечтаю. Я часто. На ночь. Часто. Нет. Редко. Нет. Во сне. У весны я начерто летаю. Обычно. Часто. Нет. Блин. Начерто. Что за слово такое? Поначалу. Нет. Изначально. Нет. Что за слова такие? Ну, еще раз сразу, как там было? Я у весны начерто летаю. Весной? Я у весны. У весны это что, весна? Во сне. Во сне. Часто летаю. Часто мы уже 3 раза сказали. Начерто летаю. Хочу летать. Высоко летаю. Нет. Быстро летаю. Как птица. Мне не кажется, что я начерто летаю. Отлично летаю. По ночам летаю. Нет, во сне я начерто летаю. А летаю, это летаю, да? Да, летаю. Я летаю, начерто летаю. Быстро? Нет. Сильно? Нет. Громко? Нет. Высоко? Нет. Как во сне? Почти. Почти как во сне? Нет. Как наяву?
Очень близко. Реально? Так. Во сне. Как будто во сне. Да, как будто, начебто, как будто. Начебто, как будто. Да. А что здесь все предложения были со сном? Ну, так как будто во сне. Очень все красиво, как будто во сне. Мне кажется, отлично я придумала. Ты что, держала, что ли? Нет. Тут больно. Да? Значит, ставьте снова. Нет, Наде тоже надо будет во внутренней стороне. Потому что кожа здесь толще. Олия. Масло. Ну это ты знала, потому что я тоже хотела сказать. Ладно, давай. А ты не будешь? Ой, ты давишь, за что ты давишь? Чего ты давишь-то? Я не давил. Где? Ну тебе даже ничего не осталось. Вот, смотри. Где? Вот. Хорошо, следующее слово. Светанок. Сметана. Нет. Светалась. Тарелка. Светанок. Нет. Светанок. Букет. Светает. Светает. Светанок. Рассвет. Да. Сейчас, подожди, не бей. Да ты сильно! Все, давай! Ну, вот там. Я ничего не почувствовала. Ай, подожди. Скрыня. Скромняга. Нет. Скромность. Крыса. Нет. Скрыня. Нет, крыса другое слово. Скрыня. Скрытость. Скрытность. Скрывать. Прозрачность. Нет. Скрыня. Очень часто это слово встречается в сказках, когда там про... Таинственность. Загадочность. Это ведьма. Нет. Есть такие персонажи в сказке, у которых обязательно что-то ищут, это скрыня. Склад! Сундук! Сундук? Да, сундук. Сундук? Да, скрыня. Я хотела сказать клад, но сундук. Сундук, скрыня, сундук. А почему на таинственность ты говорила? Нет, ну почти. Ну сундук это что-то такое неизвестное. Я и думал в этом направлении. Не думал, что это что-то физическое. Ты видел, я просто нажала. Стать. Стать. Нет. Быть. Нет. Жить. Дедушка. Нет. Взрослый. Нет. Подожди, не говори ничего. Стать. Статус. Статуя. Нет. Это есть абсолютно у всех. У кошек, у собак. Душа. У животных. Нет. Хвост. Кровь. Сердце. У человека нет хвоста. У Нади есть. Стать. Голова. Мозг. Мышление. Сердце. Ноги. Лапы. Когти. Стать. Пояс. Стать. Живот. Кожа. Нет. Ваня очень близко. Стать. С чем? Нет, слово на рандомное. Желудок. Нет. Органы. Пищеварение. Позвоночник. Нет. Стать. Когда коли дитина народжується. Пупок. Нет. Мати та тато дуже хочуть знати. Імя. Стать. У дитини. Пол! 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 Я сказала! Я хотела сказать гениталии, но думаю... 20. Я аж она два раза бьет. Я нажала один раз. Она два раза... Она, наверное, отошла и... Ну как, уши нормально? Не сильно, нормально, ладно. Ну что, если вам понравилось это видео, поставьте пальчики вверх, тогда мы точно снимем третью часть, и, возможно, будет еще кто-то помимо нас двоих. Да. Будет еще веселее. А может быть, мы будем в этот раз, в следующий раз, какие-то новые слова с другого языка? Может быть, из другого может языка. Может быть, будет тоже, возможно, да. Интересно. В общем, посмотрим. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии, также переходите на канал Нади, она там что-нибудь, может быть, когда-нибудь выставит. Когда-нибудь, да, если будет что-то. Совсем не точно. Но я постараюсь, ничего не обещаю, не посмотрим. Большое спасибо, что нас смотрели. И всем пока. Адьос. Ну ладно. Кстати, да, я брат. Я сестра. Кто его старше, кто младше?
Я старший. Да. Я младший.